Мисс Тилли, у меня есть всего пара минут. Ну, начнем. Вчера ваш канал «Яровидение» взломали повстанцы. Ох, стой! Не стреляй! Они требовали освободить так называемых изгоев из трудовых лагерей. Так значит, Вивиро производят рабы? Вивиро спасает людей. И спасенным все равно, как делают препарат. Вы попали в плен в 13 лет. Столько же сейчас Диего. Ты много времени проводишь с отцом? Он отличный учитель. Лев спокоен перед убийством. Стреляй! Вы 15 лет работали на табачной плантации. Говорят, вы до сих пор храните нож. Когда Яра станет раем, мои методы будут неважны. Выжила только ты? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Победу одерживает не тот, кто не боится. А тот, кого боятся. Добро пожаловать в Либертад. Я хочу одного. Возродить рай. Лекарство. Вивиро. Наиболее эффективное средство от рака. Чудо, которое вернет нам рай. Но за рай приходится платить. Нашим врагам этого никогда не понять. Вылезай. Быстро. Предохранитель. Мне убить Антона Кастильо? Убить или того, кто испоганил нашу землю и поработил народ? Даже не знаю. А ты? Ты будешь легендой среди повстанцев! Я не бесстрашна. Я стану той, кого боятся. В мире есть львы и есть овцы. Рай или повинуйся. Просто ты лев. А овцы — наша добыча. Играйте на абсолютно новой консоли Xbox.